Буэнос Диэс, братва. Ядерный рассвет не взрывает ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем ехать хрен пойми куда, чтобы нам подготовили тачку, поскольку в прошлой серии Оракул нам сказал, что придется переться куда-то в пески. Ну а раз пески, значит, запахло жареным в прямом смысле слова. Так. А что, если срезать через Либриум? Так, Мидгард. Так. Либриум, Хель. Так, Ольм. Так. Так, Асгард, Минин, база 51. Нет. Риджин, что ли? Да, Мидгард находится в Риджине. Так, минус. Так, если я сейчас через рощу друидов. Либриум, Футерлянд. Ну, в любом случае. Так, Либриум, Футерлянд, Риджин. Либо Хель, Футерлянд, Риджин. Мне как-то похеру. И какой-то там ваха. Наверняка придется ехать через край. Так, свернул я сейчас явно не туда. Так, ну что, поддадим места. Попробую все-таки через Либриум, по приколу. Ящик за деревом увидел. Да, это ящик. Так, два куска рабочего оборудования, нормально. В Мидгарде такой подгон заценят. Так, по-моему, да, мы едем сейчас правильно в сторону Улука. Так, ну мы едем дальше. Дорога на Либриум. Все правильно. Сука. Должен же быть за каким-то хером этот переход нужен. Ну пусть так. Значит, поедем через Хель. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Жопой немножко ударился. Блядь. В таких вот комариных очках. Повороты и так далее. О, тут еще и подгон в виде вражинки. Ну так. Ну, я так думаю, что в меня влетело с фагота. Виктатрон сюда. Сука, опасно было. Слава богу, успела тормозиться. Большие скорости расслабляют.
А еще меня радует, что лазеры выходят с КД не синхронно. У них разные КД, поэтому можно обеспечивать почти непрерывный поток урона. Пацаны. Здорово, пацаны. Ну, чё ж я тут пару деревьев уёб? Сука, нахуй противотанковых ёжиков так наложили? Блять, он все равно подпрыгивает. Ну не сука ли, а? Меня прикалывает, как система затормаживает. Так. Есть, интересно, прямо из Хель дорога на Риджин. Нет. Риджин связан только с Футерляндом и Краем. Значит, едем туда. Но с другой стороны, я вот одного не могу понять, нахера? Из рощи друидов нужен переход в Либриум. Сразу. Чё-то мне подсказывает, что нам придется туда вернуться и пройти именно этим путем. Почему я не могу с двух ног влететь в это ебаное болото? По-моему, был еще какой-то белазовский фейс, который мог. Который выглядел иначе и был с каким-то хитрым конфигом. Но этот вопрос я еще не успел погуглить. Вот в чем вся проблема. Ехать мешаете, бляди. Так, теперь куда что? Угу, ну теперь тупо направо уходим и... Go away нахуй. Интересно, дотянем ли мы до Мидгарда? Без ремонтов. Не, конечно, если нас отдрочат, будь здоров. То куда б я делся? Но с другой стороны, заметьте, насколько быстро все это происходит. Восемь километров. Чего, блядь? Это мне еще перед мост пересекать. Суку.
чуть не въебался в транспортник, ну ты пиздец, Саныч. Ок. Заметьте, ни единого бандоса. Я уже даже как-то заскучал так пидорасить. С другой стороны, хуярить до усрачки на скорости 250, это прикольно. Тут есть пиздатого. Да нихуя у них тут пиздатого. Так уж и быть, подремонтирую ведерко. Да я хочу. Крохоборы. Продолжаем хуярилово. Что-то мне даже странно с того, что, блядь, ни единого бандита, две локации, блядь. Последнего бундюка мы грохнули в роще друидов, по-моему. Или даже в Игнотте. Ну, прям такого более-менее серьезного. Да, последний серьезный закус у нас был в Игнотте, блядь. После этого мы пересекли рощу, пару раз поцапавшись в хель. Там одного, по-моему, кокнули. Мелкого. Футерлянд я проскочил вообще. Как будто там ничего и не было. Единственное, что в город заехал. Все. Блювар. Нет, это не та кабина. Продать им нечего. Купить у них, в принципе, тоже нехуй. Сто штук. Хуя. Ну, с другой стороны, у меня 480. Так, ну и где этот ваш Колизей? Ага, то есть им получается топить отсюда и до обеда. Дай-ка на всякий случай F2.
он был пуст. Бедолага. Помню, как я тут на молоковозе конвой сопровождал. Думал, блядь, не, даже на Вене я, по-моему, конвой сопровождал. Думал, блядь, угнаться, не угнаться. Блядь, как за ним угнаться? А сейчас вон наваливаю до усрачки. Как на водокачке. Чего? Ну чё, доволен? Пиздюк, блядь. Скон пиздос самонадеянный был, а? Я понимаю, если бы на меня сейчас 2-3 Урала высыпалось. Ну чё-то как-то скучно. Ребят, с парнем я тут все выебу. Жаль. Говно вопрос, поехали. Да, совсем все бедно. Да, братан, ты сам виноват. Интересно, что же мне подогнали в качестве противника? Что у нее за тачка? Начнем же бой! Так, дробовик и два миномета. Лучше не подставляться. Вот, наконец-то, достойный соперник. Да, два шмеля и циклоп, я так и думал. И тоже, кстати, колосс. Поэтому поебаться с ним, в принципе, пришлось. Но все равно тут главное было не подставляться. Два миномета и что еще? А, у него же боливар был. Это была пушка. Не, это был рок. Потому что стояла большая пуха. На боливаре-то. Среднее орудие в голове. Ну,
соответственно, в эти места влетает просто адский дамаг. Посмотрим, что же он сделает с моей машиной. А пока посмотрю, что же это за голубоватый такой сплав. И, конечно же, поклонение фанатов. Скрытых на дне морском. Так, энциклопедия. Устройство. Ой, зря я это сделал. А, нет, в принципе, терпимо. Но все равно было не шибко приятно. Ой. Всего 10 баллонов осталось. А мне они очень сильно помогают на самом деле. Во-первых, не так затягивать хронометраж. А во-вторых, сука, я просто быстрее еду. Вот эти вот длинные переезды достаточно серьезно сокращаются. Так. Сразу же ремонт. Торговля. Даже так. Вы отдали 90 тысяч монет. Пиздец. Так, посмотрим в журнал. Способный перенести тяготы бескрайней матью пустыни. А что они сделали? Отличный терминатор и отличный колосс. Прошу прощения, небольшая техническая накладочка. Ладно, поехали. Ну что ж, теперь в пески. Так, секунду, я забыл засечь хронометраж. Так, 23.50. Нормально. Значит, еще где-то минут 5-7 сможем проехаться. Другой вопрос, куда мне ехать? В смысле, в край. Ну что, втопили. Что я тут сделаю? Только надо не забыть, где соскочить. А, по ЖД-хе втопим, по хуям. Вообще по хуям. Думать особо нехуй. Ой, блядь. Ну, знаете, меня еще не сильно-то трепанули.
Ну ничего, тут поселение рядом, заодно и отремаюсь. То я что-то смотрю, на меня два Урала. У, сука. Метальчик, ребят. Отрематься забыл, ну да похуй. Ох ты ж! Срежем хули. И срежем, надо сказать, достаточно сильно. Как раз я думаю, по остатку хронометража долетим до перехода в пустыню. А там разберемся. Небольшой камнепад посетил эту трассу. Небольшой дрифтец. Газку. Так, а мне вот что интересно. В смысле, в пустыню есть переход из Аржана, но мне зачем-то надо проехать через край. Возникает вопрос, какого хуя? Чё-то даже интересно стало. Ну хули, ходу. Хе, я так и думал. Что надо было проехать через родной поселок. При этом я там обязательно что-нибудь не то встречу.
либо меня попытаются ганкнуть толпой, либо встречу эту пиздищу, которая у меня сперла диск. Ну, диски-то я уже отдал, да и тачку я подготовил. А, она сейчас пиздит устройство, которое мне запилили на тачку, чтобы я спокойно проехался по песочку. Так, здесь ничего интересного. Какие новости? Конечно, согласен. А помню, когда уплатили меньше пятихатки, блядь, за каждую голову. Оказывается, все это время рядом с родным домом был переход куда-то в ебенище. А я, блядь, бегал, искал его. А он, сука, был так близко. Вот какого хуя? Игра так жестоко меня наебывала все это время. Какого-то, блядь, бандюка из Алого Рассвета. Кого-то еще. Ну, блядь, не бандюка, ладно. На самом деле мы признаем, что нас обоих киданула одна и та же баба. Просто как-то по-пидорски получается то, что, блядь, счастье было так близко. Сука, нахуй, рты их пёр. Сценаристы, вы чё, курили? Но с другой стороны, курили вы очень качественную дурь, потому что сюжет хорош. Пиздец, господа. То есть мне сейчас надо проехать прямо. Ну чё, круг сансары замкнулся. То самое место, откуда я стартовал. Только куда мне ехать-то, блядь? Ехать надо куда-то туда. Так, что-то я немножко заливоёблил. А, вот здесь был проход. Вот он. Нахую намотан. Блять, вот никогда бы, сука, не догадался. Опа. Блять, я люблю эту игру. Targum Games, ну да. Я пересек пустыню смерти. И даже здесь следы человека. Где только люди не селятся. Прежде всего, надо найти мастерскую. Ну, этим мы, наверное, займемся в следующей серии, кстати, вон она. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.